15 июля в библиотеке имени Фазы Алиевой города Каспийска состоялась церемония награждения благодарственными письмами за высокое достижение в спорте от главы города и грамотами за вклад в развитие общественной жизни города от начальника управления культуры Мурада Магомедова. Стоит подчеркнуть, что мероприятие приурочено к прошедшему Дню молодежи. Открыл мероприятие торжественной речью заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Я вам хочу огромное спасибо всем, кто связано именно с волонтерской деятельностью, просто даже активная молодежь города. Это очень хорошо и считается, так сказать, благим делом. И есть такие наши СУЗы, наши учреждения, которые, где учатся наши студенты. И руководство этих СУЗов огромная тоже благодарность, потому что они за вами смотрят. История праздника «День молодежи» берет свое начало со времен СССР. А в 2023 году президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом закрепил праздничную дату за последней субботой июня. Украсило мероприятие яркими номерами военнослужащего пограничного управления ФСБ России Республики Дагестан Юлия Козлова. Завершилось мероприятие торжественным награждением, чаепитием и общим фото.